сегодня у нашего замечательного, уникального, я считаю, художника, самобытного и не похожего ни на кого. А немножко познакомьте нас, пожалуйста, с работами, которые представлены на выставке. Очень интересный мастер с большой буквы. Очень ценный для нас, для нашего города, для нас. Конечно, они меркнут по сравнению с творчеством Александра. Он действительно, ну, вот по моему личному мнению, он лучший художник. Но... На Александре, как знаковом символе именно нашего города, пограничного города. Это действительно человек-пограничник во многих совершенно направлениях. Помимо того, что он прекрасный художник, он прекрасный импровизатор именно в том плане, что он смешивает, как вы знаете, разные техники живописи. Вот как у великих художников есть разные периоды его творчества, так как у Александра Гассана. Это большой подарок, я думаю, это не только для нашей Амурской области. Это уровень ну, такого мирового класса. Что-то может получиться с этих вот инструментов. Рух какой-то принес, восстановил, начал играть, записал. И музыка получается, ничего не понимаю. Все у человека получается, все. Талантливый человек во всем талантливый. Гассана нужно знать. Вот все-таки Гассан, да, вот я повторюсь, я в третий раз повторюсь, это вселенная. Правильно, очень интересно, видеть природу. Причем он видит природу настолько красиво. Посмотреть то, что создал вот этот диск, написал музыку к нему. Что меня всегда поражало, это какой-то определенный философский взгляд на мир. Вообще, если художник хочет себя воплотить и сказать, вот это я, то он наоборот хочет сказать, здесь никого не было, здесь вот так было всегда, здесь так было изначально, и вот именно эти вот мне цели. Мы недавно были на выставке в галерее, выставка «Космос-13». И я увидел картины художника Гассана. Это вот для меня что-то вот глубочайшее. И еще раз мой вам совет, напишите в книгу отзыв.